Соблазнительная гейша, йорк-пчела и породистый мак. В Донецке состоялся собачий карнавал. Своих модных питомцев хозяева переодели в дорогие костюмы. Эксклюзивное убранство собак дончане показали нашим корреспондентам. Собачий карнавал проходит в элитном кафе. Хозяева и питомцы общаются за столиками. Маленький принц Казарета. Да? Чихуахуа, Колумбия, самая крошечная участница карнавала. Татьяна шила себе и собачке шляпки одинакового фасона и цвета. Плечи питомицы хозяйка украсила шелковой шалью. Все мы сделали сами. Вот такое у нас красивое платье. Готовились очень долго. Месяца два, наверное. Под 13-м номером на карнавале собака-пчела. Полосатый костюм для Йорка Масяни Светлана связала всего за 2 недели. Из чего состоит? Ну, это как бы вот такая маечка, топик. Потом, ну, типа накидочки, крылышки и усики. Розовый бантик, пеньюар и модная прическа. Эльмира нарядила своего Йорка в гейшу. Говорит, перед ее собачкой не устоит ни один кобель. А все из-за эксклюзивного наряда. Костюм шился на заказ. Шился не в Донецке. Шился он аж в Крыму. Вот. Яркая ткань, атлас, бантики, рюшики, как и положено для истинной леди. А сколько обошелся костюм? Это секрет. Анастасия прикрепила пушистому терьеру большие крылья и черную шляпу. Дейк – единственный маг на собачьем карнавале. Крылья сделаны из перьев. Сложно догадаться, правда, из чьих перьев. Одевали, ну, закрепили просто. Он привык к тому, что его всегда одевают, потому что он мерзнет зимой. Собачий карнавал в Донецке проходит 3-й сезон подряд. В следующем году организаторы хотят пригласить собаководов со всей Украины. Елена Витык, Сергей Чакрыгин, телеканал «Донбасс».